Мария Маврина резко и стремительно пополнила ряды актрис российского кино. Ей было 17, когда она исполнила свою большую роль Золушки в одноименном мюзикле. После этого режиссеры стали предлагать ей роли одну за другой. Ее карьера пошла в гору. Маврина начала сниматься в самых популярных проектах. За ее плечами множество ролей в кино и сериалах, среди таковых «Дочки матери», «Кровные узы», «Любовь на два полюса» и другие. Но вскоре актриса резко пропала с экранов телевизоров. Оказалась причиной тому проблемы в личной жизни. 3 раза Юля была замужем. Все браки заканчивались разводом. Сейчас она одна еще не встретила своего мужчину, который стал бы для нее опорой. Маврина воспитывает дочь Алису, а своей личной жизни предпочитает не говорить. В мир кино актриса решила больше не возвращаться. И в театре тоже отказалась играть. Юлия решила обучиться чему-то новому и найти свое место в этом мире. Пожелаем ей успехов и благополучия.